На этих кадрах новый участок шпиндельного производства Ульяновского станкостроительного завода ДМГ «Море». Изготовлением сердца любого токарного и фрезерного станков на предприятии занялись еще полгода назад. Однако придать огласки, показать на широком экране и похвастаться новой производственной линией руководство завода решило только сейчас. Дело в том, что процесс изготовления, сборки и обслуживания узлов вращения – настоящее ноу-хау концерна ДМГ «Море». Раньше шпиндель сборки получали из Европы. С марта этого года на завод поступают компоненты, из которых теперь уже в России собирается вал. В целом, за прошедший год объем производства на заводе вырос на 20%. Однако предприятия по изготовлению станков, которые используются в авиаавтомобилестроении и медицине, начиная от всей России, заканчивая Сингапуром, на этом не остановится. В ближайшей перспективе переход к цифровизации производства, так называемой индустриальной революции 4.0. Станок будет более интеллигентным. То есть станок будет привязан в определенную сеть, внутреннюю сеть или концерна, или, скажем так, предприятия, где будет осуществляться в цифровом режиме планирование производства, отслеживание производства, отслеживание работы оборудования, своевременный его ремонт. При этом на количестве сотрудников это никак не отразится. Штат останется прежним и, возможно, увеличится. Сейчас на двух основных производственных линиях, фрезерной и токарной, трудится свыше 120 человек. Александр Гуряев работает на предприятии почти с самого его основания. По итогу собеседования устроился мастером. Спустя 3 года поднялся по карьерной лестнице до технолога. Сейчас молодой человек принимает непосредственное участие в развитии шпиндельного производства. Для этого получил необходимое образование в Польше и Германии. Стажировался в командировке за счет и от имени предприятия. Я считаю, что на данном заводе созданы все условия для комфортной работы, персонал подобран, высококвалифицированный. И много таких положительных сторон, как, например, мы изучаем английский, нас обеспечивают питанием в столовой, транспортная доставка и хорошая дополнительная медицинская страховка. Гордится своей работой 33-летний Александр Столяров. Он трудится на соседнем предприятии по изготовлению автомобильных компонентов «Немок». Свой путь на заводе мужчина начал в 2015 году с должности мастера. Сейчас Александр – инженер-технолог. В его обязанности входит разработка и корректировка инструкций для персонала, помогает и в настройке оборудования. Предприятие со стабильной, скажем так, инфраструктурой, то есть здесь стабильно уплачивается зарплата, социальный пакет очень хороший. Во-вторых, это предприятие, самое главное, это то, что это является одним из мировых лидеров в области производства автокомпонентов. Соответственно, очень престижно работать на таком предприятии. 35 заводов компании «Немок» расположены в 15 странах мира. 3 года назад завод заработал в Ульяновске. Предприятие занимается производством автокомпонентов и элементов двигателя. В частности, посредством литья под высоким давлением и в кокель здесь изготавливаются блоки и головки блоков цилиндра. Потребитель нашей продукции – это концерн Volkswagen. Преимущественно мы поставляем нашу продукцию в Калугу на моторный завод Volkswagen. Ну, а также у нас присутствует доля экспорта. Мы также поставляем нашу продукцию на завод «Шкоды» в Чехию, в город Младоболеслава. Производственные площади завода включают участок литья под высоким давлением. На стержневом участке делают кварцевые заготовки для дальнейшего производства головок блока цилиндра. Дальше процесс заливки этой самой головки. После этого деталь проходит обрезку ледниковой части и выбивку песчаных стержней. Последняя инстанция – цех механической сборки. Сейчас на предприятии в 3 смены работают 206 человек. По сравнению с прошлым годом объемы выпускаемой продукции выросли на 22%. В 2019 году руководство «Немок» планирует увеличить цифру еще на 10%. Наталья Улова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.